Я хочу первым делом, как что это? Обвинувачення нулі. По-перше, у нас в Україні, на землі, вибачаюсь, нас в Україні головуючий веде судове засідання. На даний момент у нас оголошується склад суду. После того, как я выскажусь, я скажу, я имею претензии или не имею претензии. По этому обстоятельству я уже выскажусь. Ви довіряєте складу суду чи не довіряєте? После того, как я выскажусь, я скажу, я доверяю или нет. Будь ласка, суд вам дає право висловитись. Ötən il erməni əsilli İspaniya və Britaniya vətəndaşı olan iş adamının şikayəti əsasında saxlanılan Misir Qasımlı və Supan Quliyevin növbəti məhkəmə prosesi keçirilib. Proses zamanı Misir Qasımlı məhkəmədən sentyabrın 12-sində Ermənistanın sərhədyanı ərazilərində törətdiyi təxribatlar nəticəsində şəhid olan Azərbaycan əskərlərinin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi təklif edib. Hakim bu təklifi rədd etdikdən sonra Misir Qasımlı ilə hakim arasında mübahisə yaşanıb. Misir Qasımlı məhkəmənin Azərbaycan xalqına hörmət etməli olduqlarını bildirərək dünya azərbaycanlılarını müxtəlif ölkələrdə Ukrayna səfirliklərinin qarşısında mitinglərə səsləyib. Bu sistem çürükdür və ermənilərə təslim olub deyə Misir Qasımlı əlavə edib. Суд ставит на обговорение питания по выделению зала судового засідання. Я протестую. Господин Мишель Маногу, ветеран Северо-Карабахской войны, гражданин Азербайджана. Если не будет минуты молчания, я протестую. Я прямо отвечаю всем. Я знаю, что после этих слов я заполучу много врагов, но я не боюсь ничего, я лучше как мужчина до 30 лет доживу эту жизнь, но не буду трусом. Но мы с конкретным выявлением отправляются. Потому слово высловиться просто, почуем. Или же я хочу просто увидеть нормальное отношение. Закрывай добранность. Извиняюсь, секунду, вы моя судна. Я хочу увидеть положительное отношение к стране Азербайджану и гражданину Азербайджана. Если я это не вижу, я не буду прослушивать. Возьми, передай это, потому что они пишут и все остальное. Валер, возьми это. Обвинуваченный Гулиев доверяет исполнению суда. Он то же самое говорит. Пошли. Обвинуваченный Гасимлиев. Я заповедую Гулиева. Открывай. Или же я поставлю уважение к своей стране, или я здесь не буду присутствовать. Я это озвучил. Здесь ваш прокурор, государственное лицо, говорил, что ветеран Второй Карабахской войны – головорез. Я ветеран, я не головорез. Я обвинуваченный Гулиев. Вы також хочете быть выбранным. То же самое. Перекладите, будь ласка. То же самое. Я прошу всех азербайджанцев, которые находятся в Европе, в Азербайджане, в Турции, начать митинги у посольства Украины. Открыть митинги по всем странам. У кого есть крови, тюркская кровь, у кого есть любовь к своей нации, патриотизм, пусть делают митинги против системы, украинской системы, и пусть делают за справедливость. Иди сюда. Лук убери, я не сразу это вы что совсем попутали, что? На кого вы руку-то делаете? Сюда иди. Сюда иди, он со мной идет. Он со мной идет. Идешь со мной, Степан. Бери и пошли сюда. Да нет, просто. Заходи, будь ласка, пока еще Гулиева тут. Не пойдет, он не будет стоять. Он не знает языка. Сюда иди, Степан. Я брат. Видалення Гулієва з зали судового засідання. Переклади йому, що їх можна. Прокурор вашого представник потерпілого. Йо! Лідер Кошенка, ядерами своєї ще судна місце ухвалив видалити з зали судового засідання, обвинуваченого на землі Гулієва. Пусть все азербайджанцы знают, что эта система прогнила, и они на армян работают. Именно из-за Карабаха вот это все мне поставили армяне. И эти прокуроры, они меня оклеветали. Я прошу сделать митинги во всех местах, которые присутствуют в украинском посольстве. Хотят резонанса, пусть будет. Я готов остаться в тюрьме, но я хочу, чтобы моя нация, тюркский народ, показал свое единство. Продолжим судовую.